Салют, народ! Салют. Как настроение? Это центр. Правда, без одного гения. Он ушел и вряд ли при встрече нам скажет здрасте. Ну и дай бог ему счастья. Привет, Басти! И это не война, не надейтесь на это. Здесь не будет литься грязь в этих грязных куплетах. Так что, если ты этого ждал, сразу выключай. Если ждал рэп, здесь легенды про центр встречай. Ведь я уверен, что в стране не одна тысяча качает качели, как раньше, так и сейчас. Значит, было суждено взорвать и разбежаться. Такова жизнь, но шоу должно продолжаться. Ты спросишь, что забыли здесь эти четыре парня и почему центр стал каким-то квартальным. Ну что же, я сам задаю себе этот вопрос. Видимо, перекресток наших дорог на совести звезд. Нравится или нет, альбом готов, вот он. Итог совместной работы с Лима Птахи и кого-то. Но это центр, здесь только правда. И если здесь легенды про, значит так надо. В каждом городе есть свои легенды, и в каждом городе есть место, что называют центр. Но тут другой расклад, и это лишь название групп. ТЦАУ Рекордс плюс 16 и квартальный звук. Респект тем, кто нас знает или кто-то где-то слышал. Мы пару раз даже светились на московских афишах. В итоге вышла наша совместная работа. Центр и легенда про один заказ на два завода. Снова мы одни, снова там, где наши дома. Там, где берега Карама разрывают наши шлюзы. Там, где нет Арбата в окнах и красная не видна. Но так же, как и везде, живут обычные люди. И разница не в том, сколько до центра пешком, сколько остановок на трамвае или станции метро, сколько этажей твой дом и куда выходят окна. Главное, будь настоящим, все остальное потом. Выключи музыку!